Рабочие места, а вместе с ним дом, детский сад, школа и больница. Плюс стабильный спрос на продукцию предприятия. Мечта каждого молодого специалиста и необходимые условия для роста экономики, а значит и национального благосостояния. Как обустроить рынок занятости? Свое предложение высказывает работающая молодежь. Общественная палата изучает мнение. Даже пути какого-то целевого образования, целевого высшего образования по ряду специальностей было увеличено в этом году по сравнению с прошлым. То есть молодежь вышла с инициативой создания вакантных рабочих мест также. При содействии Самарского дома молодежи, содействии молодежного парламента Самарской области и непосредственно общественной палаты нам удается решать какие-то уже проблемы, которые сейчас есть. Сегодня рабочие и технические специальности востребованы в каждом российском регионе. Есть государственные программы подготовки кадров и переобучения. Но проблема занятости не только в работе и зарплате. Необходимо на законодательном уровне закрепить комплекс мер для поддержки базовых отраслей экономики. Тогда проблема занятости решится сама собой. И на сегодняшний день есть целый комплекс вопросов, который позволяет выйти из кризисной ситуации. Поэтому не только сельское хозяйство и другие отрасли должны быть поддержаны. Первое, на законодательном уровне власти. Второе, хорошая организация работы на местах. На встрече обсуждали идеи работающей молодежи, которые касаются поддержки малого бизнеса, сельского хозяйства, промышленности. Прозвучало много интересных предложений, лучшие из которых будут оформлены как общественная инициатива. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, «События».